Утречко. Утро раннее. Как 8 утра. Сегодня едем опять в Простоквашино на рыбалочку. Сейчас барбосика выгуляю. И вперед. Сегодня времени дофига, приехали на лесную речушку. Сейчас посмотрим, пойдем, что у нас выйдет, рискуя провалиться. Ладно, не будем каркать. Идем, глянем. Время зря, чтобы не терять. Будем нынче рисковать. Ни лунок, ничего нету. Ну ни лунок, никто не бурился. Даже, блядь, веревки нету у этого. Чё? Жим-жим? Танцевать? Танцевать? Откололся? А? Да, верхний, блин. Да там уже идет течение, что ты вот туда лезешь? Сок. Да. Ага, ничего себе. Вот тебе лесная речушечка. Маленький. На что? На мотыля? На опарыш или мотылек? Темнеет, мы с фонариками на лбах, да? Перешел потихонечку. Идет. Хорошо, что не поленились. Решили сходить. Вот у нас. Хищничаем хищников. Сколько кого? Пусть там, если кто-то там будет хоть говорить, что маленькие, тут такая речушка, что вот чуть-чуть больше, это стандарт. Больше их нету. Крупнее. Поэтому мы знаем, какие брать, какие не брать. Темень темнющая. А у андроида всегда, как всегда, типа светло. Все,
Все, мгла полная. Мы на взлет. Завтра поедем на озеро. Забыл скатануть. Кажется, сковородка будет. Нормалек. Не зря прогулялись. Андроид светит, блин, лучше, чем мой фонарь. Я говорю, Андроид светит, телефон светит лучше, чем мой фонарь. Привез горшочечки. Можно у них потом низко тушить печечки. В этой крутой. Ее только сделали. Ну, недавно. Она уже мелькала в роликах. Была русская. Ставочку сейчас бабахну. Русская со своей задачей уже все, не справлялась. Померла. Как говорится, дрова в трубу. Один дым, нифига, никакого жара. Это маленькая, аккуратненькая, класс. Приготовить, и тепло дает. Побелим ее. Шипуки. Тут МДФом хотим все обшить, вон обои ободрали старые. Будет крутяк. Сделано по моему. Класс. Опа. О, запопахали. Сурка. Вот вечерочек у нас. Ванюшка стоит. Машина стоит. Печечка стоит, все на месте. Сляжем спать, поужинали. Хариуса почистил. Отвезу домой. Дома всех накормлю. На сковородочку хватит. Завтра поедем на озеро. В 6 подъем, вернее. И поперли. Утро следующего дня. Мы собираемся. У нас верховка. Двигаемся на озеро 7-километровое в поисках окуня. Посмотрим, что у нас там, срастется, не срастется. Вчера поздно приехали, сгоняли недалеко на лесную речечку, ловили хариуса на сковородочку. И сегодня дергаем, куда планировали. С одной рукой забрался, блин, в лесу живет. Ну как, не один в лесу, а в деревне. На берегу реки. По лесу. Говорят, между этими деревьями, деревнями двумя летом медведь живет. Постоянно влазит. Прямо. Шлепает однорукий хищник. Собрались. 0,5 километра. По озеру прошли. Боремся. Будем пробовать. Возле берега пока поищем. Там же, походу, пьеса, как говорится. Вовка он там вдалеке остался. Поводки хочет поставить на сорожку. Поводочной. Ну, это тут окушка. У нас расцветает. Пока ни одной поклевочки. Я говорю, ни одной поклевочки.
Но обычно, сколько раз не приезжали, окунь начинает с 10 часов где-то долбить, как по графику. Поэтому мы дальше в ожидании счастья. Пока поплавочку поставлю, сорожку попробую половить. Потом будем окуня дальше искать. Вовка там засел. Вот это да, карандашик на блесенку взял. Красота. Ай, красавчик. Чупачок, класс. Перекус по-прежнему нифига. Тишина. Две сорожки. Вокруг не ждем выхода. В 10 часов обещал где, выйти. Где сорожки? Где? Вот два ерша. Да, два бессородных. Ну, для начала есть. Бывает потихонечку. Перекусили бутербродики с салом, да с колбаской, со сладеньким чайком. Ой, милое дело, завтрак на озере. Ждем выхода окуня, время без 20:10. Если окунь не будет брать, будем пытаться ловить сорогу на поплавочку. В общем, процесс весь впереди. Надеемся. Очень. Да. Время 10, но окушок нас подводит. Все бегают с места на место. У всех, походу, глушняк. Кто не проходил, еще не видели поклевки. Короче, глухо, как в танке. Даже сорока не берет. Интересная, блин. Уже 10:30. Матросики никак не активизируются. Даже больше уже, ближе к 11. Что-то он сегодня опаздывает. Сорожка тоже не берет вообще. Глухо, как в танке просто. Не знаю, с чем это связано. Вроде давление нормальное. Погода тоже стабилизировалась. Минус 5, минус 7. Уже несколько дней стоит. И так же будет продолжаться. Дядя Вова у нас, как всегда, хищничает, никому ничего не говорит. Забрался под кустики, набурился, забурился и долбит в одну морду. Сейчас будем... Пошел. С одной рукой как ты это справляешься-то? С одной рукой как справляешься? У меня же инструмент есть. Какой? Охренеть, одной рукой, блин. Все. Я ху. Мормышка хлопна. Пошел. А, я делал у нас хищник. Мелковат. Недорослый. Так, открытие сегодняшнего дня. Мы запечатлим этот момент, как работают профессионалы. Два штуки поймал, уходил. Другую давнуку. Да. Трава есть? Перебрались на другую луночку. Маленький совсем, да? Ну, небольшой. Мелкий. Вот пол 11 сегодня начал. 11:40. Первый окушок.
Так это у меня пленка кончится, нахуй. Не говори. Это и есть. Другая луночка. Когда снимают, не клюет. Ага. Не хочет он светиться. Секреты рассказывать свои. Ну, камеру не хотит. Не кинозвезда, нахуй. Который подходил, а потом побежал и пел по льду. Но он в бинокль смотрел, к тебе идет. А не тормознулся. Опс. Вот так вот работают профессионалы. Его мазь сбил, наоборот, короче, наладил, вернее. Вроде начал окушок брать. Поплавочку сейчас вот, ну, вот эту сейчас уберу. Пойду тоже вот на ту окунь искать. Кстати, лайфхак от Сереги. Вот у кого, например, этой штучки. Подножки нету, вот простая прищепка. Милое дело, снял, карман убрал. И все. Удобно. Так, ладно, я тут сматываю. Пойду буриться. Одна штука кверху мехом, блин. Я говорю, смех с мехом, а одна штука кверху мехом. Так. Будем пробовать. Вот такую блесенку. Глушняк полный. Позит. Че, тишина? Володя. Володя. Тишина? А? Тишина? Слышу. Там что, говорю? Перекусик сала с хлебом, с колбаской. Там немножко кушков. Я взял все на блесенку. Тут уже набурили. Мама, не горюй, все по старым бегаю. Сейчас еще пробегусь. Перекушу. Так вяло, но потихонечку натягивается. Не пойду вон за сорожкой тоже. Сяду там, посидим. Вяло-вяло сегодня. Горем пополам. Так. О, тут что, килограммчик. Килограмм окуней. Так. Щука. Тут чуть-чуть. Тут вообще понты. Ну-ка, дядя Вова, давай похвастай. Своим этим. Уловом похвастай. Ну-ка, ничего себе. Охренеть, блин, один. С одной рукой, блин, больше, чем мы с четырьмя, блин. Офигеть, пол пакета окуней. Ёхтель-мохтель, ты на что их трепал? Это не наше.
Это хрен знает что. Ну так, вот сейчас, короче, попрем на выход. За два дня получилось. И хариуса половили, и окуня, еще и щука попалась. Двигаемся на выход. Сейчас я полные штаны. Время провели отлично. Там у нас утоплена банька. Юрубас Карабас по прозвищу Шаман. Ехали, начал топить. Попаримся, отдохнем, чаечку. И город. Собрали. Ворон пару еще вперёд. Ладно, ой, ворона, сорока. Ворона-то, если подлетает, она сразу в пачку в рот забивает. И аж лететь не может. Блин. Сорока-то одну тип. И полетела. Ворона, блин. Старый хищник. Полный клюв забьет. Вершит, сколько влезет. Не летит. Поэтому сразу. А еще, блин, прикол, короче, приехал тоже летом. С рыбалки, блин. Дал Юрке рыбу чистить. Ну, как всегда, ворон считает. Положил возле колодца. И ворона хитрая там, блин, ни леща, никого. А, блин, налима берет. Выбирает еще что. Пожирнее, повкуснее. Ну что, с мозгами птичка. Волки сожрут, иди домой. Ехали с рыбалочки. Юрка, что тут опять? Чифанит опять. Ну-ка покажи, опять нет. Как у кубинца. Нет. Банька у нас топится. Посмотрим, какая там температура. А чё дверь-то, блин, полуоткрыта, блин? Топится. Всё, чики-пуки.